车，坐一台车。Вулкан нас останавливает. У вас задается вопрос. Ну, я вам задаю вопрос. Мы останавливаем не только вас, поверьте мне. Нас останавливают, вот другие правила. С вами разговаривают сейчас, где ваша маска и перчатка? Не верчите, если не даете, то держите просто. Ну так что, Умар? Если здесь я буду сейчас стоять, я вам покажу. Пожалуйста. Что вы покажете? Пожалуйста. Покажет, который проходит без маски. В данный момент у меня возник вопрос к вам. Какой? Для чего и была остановка? Если вам, возможно, интересно в тот момент. Вы снимаете для момент? Чего? Чтобы было все правомерно, делаешь тогда маску и перчатки. Объясните. Вы снимаете для чего? Чтобы было все правомерно. Ваши маски и перчатки здесь. Возьмите. С собой есть. Одевайте маску. Ее нужно с собой. Ее нужно носить. Спасибо. Вот. Посмотрим. Вот ребята проходят, вот без маски. Без маски проходит, говорю я вам. И остановили нас. Вот без маски проходит. Вот. Я не буду этого делать. Знаете? Да. Да. Я вам говорю, как выполнять вашу работу. Что? Говорю или нет, как выполнять вашу работу? Смотрите, вы, если бы вы, смотрите, Умар, если бы вы находились со мной 24 часа здесь, на этой станции, и вы бы тогда бы мне могли бы сказать, что да, я с вами находился, и вы реально тормозите вот меня, там, моих товарищей, к примеру, русского, если на то пошло, вы никого не остановили, тогда бы вы могли бы заявить, но вы здесь 3 минуты находитесь. И вы не знаете, что я здесь делал, и сколько людей остановил, кого я останавливал. Я буду с вами, сколько хотите, остановить. Я останавливаю выборочно. Потому что вы посмотрите вокруг, 80% ходят в маске. Ты кто без маски, я выборочно. Ты там снова? Я вам посчитаю. Я здесь стою целую сутки. 50% одевает, 50% не одевает. Может, на земле там наверху, не одевает, там нет необходимости, общественное место. Здесь, исходя из этого, вот, я стою продать, и... Вот, не напротать, вот, без маски. Хорошо, у вас есть какие-то связи, мой отец? Если нет, вы можете идти. У меня к вам пошла маска. Есть? Все, вот нет, значит, все просто маска и все. Просто бегущие вас тормозят, на 500 штрафуют. Потом вы не откроете. Хорошо.